Раз в неделю в одном из залов Центра социального обслуживания Домодедовский звучит английская речь. Погружение в языковую среду полное. Главный источник знаний – книги популярных писателей. Слушаем, читаем мы сказки в основном. Это аудиокниги, это и школьная программа, и дополнительное образование, художественная литература, после которой идет активити, которые студенты могут выполнить дома, как бы в качестве домашней работы, и на уроке это спрашивается. Уроки английского языка проводятся в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Эта группа занимается только второй год. Недавно изучили «Алису в стране чудес» Кэрролла. Сейчас разбирают «Затерянный мир» Конан Дойля. Come back to our camp. I told you that there must be the way up. That's all? Yeah, enough. Занятия проходят раз в неделю, но все ученики настолько увлечены изучением языка, что посвящают ему каждую свободную минуту. А методика преподавания вдохновляет на новые и новые достижения. Мне самой очень нравится. Я стараюсь сейчас даже дополнительно читать книжки, слушать аудио, истории какие-то там по интернету. Мне очень нравится. И Юрий Васильевич, вот молодец, что он выбрал такой именно формат общения, что мы вот как-то развиваемся во всех направлениях сразу. А можете сказать по-английски? Я учу английский, и мне это очень нравится. I study English and I like it very much. Преподаватель английского Юрий Богомолов в прошлом сотрудник МВД. После выхода на пенсию резко поменял свою жизнь. Закончил институт лингвистики и стал учить детей и взрослых. Особая радость для него – видеть прогресс подопечных. Счастлив, что вот люди приходят, интересуются, им это нравится. И я вижу, какие они достигают успехов. Они уже не стесняются ставить предложения, понимать, о чем речь идет, и поддерживать диалог. Потому что язык – это коммуникативный вид связи. Группа занимается по вторникам в Видновском центре социального обслуживания «Домодедовский» и по пятницам в Развилковской библиотеке. В них изучают английский язык порядка 40 человек. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.